В Иерусалиме осквернен памятник Шота Руставели. Проживающие в Грузии евреи выражают протест в связи с актом вандализма. Бюст выдающегося средневекового поэта был установлен в 2005 году. Памятник было решено поставить после другого неприятного инцидента. Несколько лет назад в Крестовом монастыре Иерусалима была стерта древнейшая и единственная фреска с изображением Шота Руставели. Я могу вспомнить еще 5 лет тому назад возмущение людей, возмущение грузинских евреев, когда первый раз случился такой вандальный акт. И после того, что мы недавно узнали об этом, я думаю, что все грузинские евреи соберутся, и они не только будут принимать участие в акциях протеста, они будут исследовать и, наверное, выявить в конце концов, кто это делает и почему. Наша организация грузинских и еврейских женщин Грузии, всегда будет выступать против вандализма вообще, и тем более, которое произошло сейчас совсем недавно в Израиле.